Наша гостиница с другой стороны вот этой небольшой гавани. Тут две гавани. Вот, тут мы находимся сейчас на таком полуострове, который разделяет основную, что ли, порт Кюрасао на две гавани. У них у этих гаваней эстонское название, такое труднопроизносимое, вот, труднозапоминаемое. Поэтому не могу вас произвести сразу. Вот сейчас мы выйдем. Вчера я выходил вот туда, вот на тот мол, вот там, где вот эти знаки стоят. Сегодня с другой стороны гавани. Замок сзади. Аллейка такая пустынная почти. Вот это вот гавань. Можно сказать, это западная гавань. Мол деревянный. Летом здесь, скорее всего, яхт побольше. Стоянок. Сколько тут? Ну, наверное, яхт на 50, наверное, если не больше. Больше, наверное, даже чем на 50 яхт стояночных мест. Летом здесь, скорее всего, развито вот этот яхт-спорт. Потому что здесь, по большому счету, больше делать нечего. Ну, за исключением просто ходить по природе, смотреть там. Вот, а вот такое очень прикладное, спортивное тут. Вот именно лучше всего яхты.